Мы знали амнистию политзаключенным? Да, конечно, честно говоря, нужна. Потому что их существование, они так, честно, она торпедирует нынешнюю власть. Ну что это за мелочная месть людям? Ну да, ну повозмущались, дали по заднице, ну отпустили и отпустили. Вы понимаете, что нынешняя власть с этим бунтом, бунт маток, да, этот, она же сама их надула. Ну посадили бы их на 15, дали бы метлу бы убирать там около храма. И все. Вы же сами из нее идиоты. Слушайте, силовики российские вместе со своим главарем, они, конечно, идиоты. Они вот из этих трех дегенеративных самок сделали героин мирового масштаба. Так что, по принципе-то, надо бы выпускать. Но, понимаете, я не хочу отвечать за действия этой власти. Понимаете, я все-таки человек нормальный, русско-советский, у меня хорошее образование, мозги хорошие. А вот что у них, я не знаю. Вот как поступают, какая логика руководствуются они? Может, там фазы Луны влияют, приливы, обострение. Когда там обострение? Осенью бывает и весной? Я не знаю. Так что, если выпустят, ну, нормально, значит, какое-то поумнение. Потому что ребят, в общем-то, жалко. Что я тоже был, между прочим, 6-го, так сказать, на Болотной. Понятно, так сказать. Люди вышли, в общем-то, Навальный там, Овальный, не люди вышли против вот этого лицемерия, понимаете, продолжающегося. И самых активных взяли и кинули. То, что там пусирает этот бунт маток выйдет, ну, наверное, выйдет. Тем более, что жизнь они себе с помощью, опять же, Кремля. С помощью Кремля они сделали себе жизнь, они сейчас на Запад уедут, это все великолепно. Так что, что бы ни случилось, знаете, все к лучшему.